Больше 100 тысяч нарушений закона выявили омские прокуроры. В ведомстве подвели итоги прошедшего года. После проверок было возбуждено 243 уголовных дела. А больше всего нарушений нашли в сфере охраны окружающей среды, жилищно-коммунальном хозяйстве и в соблюдении трудовых прав граждан. Так, с помощью работников прокуратуры удалось вернуть более 1 миллиард рублей омичам, не получавшим заработную плату и другие выплаты. После жалоб в надзорный орган по решению судов было ликвидировано почти 500 стихийных свалок на территории региона. Всего к ответственности в прошедшем году привлечено более 15 тысяч человек. Из серьезных проблем, которые еще не разрешены, я бы выделил проблему дольщиков. Из года в год, как вы сказали, у нас около 20 домов, которые не введены в эксплуатацию, и более 1000 дольщиков не получили свои квартиры. Соответственно, в 2017 году текущим нами будет уделено большое внимание этому направлению.